Пограничный пункт пропуска Кучурган гремит на всю Европу. Здесь ежедневно свыше 2000 единиц транспорта и около 10 тысяч человек пересекают границу. В летнее время эти цифры увеличиваются почти в два раза. Плюс ко всему, по словам украинских пограничников, это направление – самый короткий путь из Кишинева в Одессу на Черноморское побережье. Свою деятельность миссия Европейского Союза по оказанию приграничной помощи Молдове и Украине начала в 2005 году. За это время ее мандат уже дважды продлевался. По словам международных экспертов, их задача – внедрить европейские методы работы по охране государственной границы. Integrated border management. Интегрированный пограничный менеджмент – это значит охранять границу там, где это необходимо. Потому что в этой части мира подобная практика ранее никогда не применялась. И сегодня, если мы хотим внедрять европейские стандарты, то нет необходимости охранять границу 24 часа в сутки. Полевой офис миссии в Кучургане находится на железнодорожном пограничном пункте пропуска. Зона ответственности на этом участке превышает 200 километров молдавско-украинской границы. 74 из них примыкают к Приднестровскому региону. Контроль осуществляется на железной дороге и в зеленой зоне на границе с Приднестровьем. Мы представили возможность нашим партнерам пройти обучение по пограничному менеджменту и определению ВИН-номеров на автомобилях. С таможенной службой Украины провели тренинги по предотвращению таможенных махинаций, в большей степени связанных с недооценкой товаров и занижением стоимости. Как пограничная служба, мы уже переходим от непосредственно, так скажем, плотной охраны границы к управлению границы. Это значит, мы можем быть более мобильными, подвижными и осуществлять охрану границы на тех направлениях, где это надо. За 5 лет более 3000 представителей таможенной и пограничной служб обоих государств прошли обучение на семинарах, проводимых миссией ЕУБАМ. На тренингах изучался европейский опыт управления границей, включая борьбу с организованной преступностью, выявление фальсифицированных документов и борьбу с коррупцией. Экспертами миссии проведен ряд тренингов для сотрудников наших служб, как пограничной и таможенной. Наданы нам необходимые консультации, особенно связанные с вопросами регистрации автотранспорта в странах Евросоюза, потому что географическое положение этого пропуска такое, что здесь часто пересекают границу машины с регистрационными номерами различных стран Евросоюза. Протяженность молдавско-украинской государственной границы свыше 1000 километров. Из них больше 900 километров – это зеленая граница и около 300 – голубая граница по Днестру. На постоянной основе работают 67 пунктов пропуска, включая международные, межгосударственные и местные. Миссия ЕС располагает 6 полевыми офисами, по 3 на каждой стороне. В работу вовлечены специалисты 19 стран Евросоюза. Евгений Маньковский, Влад Карабан. Сегодня в Молдове.